Новый орган народного самоуправления КИНЕС намерены создать в Казахстане. Сегодня в Мажилисе обсудили законопроект по развитию местного самоуправления, о необходимости создания которого еще почти два года назад заявил Касым-Жомарт Токаев. По инициативе президента КИНЕСы должны будут улучшить положение дел на селе. Однако представленный сегодня Министерством национальной экономики проект депутаты подвергли критике. Я юрист, судебный юрист. И здесь, честно говоря, вы таким образом, знаете, бомбу замедленного действия заложили. Поэтому, пожалуйста, хорошенько почитайте, подумайте. И я думаю, в принципе, надеюсь, что можно доработать, исправить. Я в целом не против того, чтобы местному населению дать возможность управлять бюджетом. Это нужно, потому что в сельских регионах. Но, извините, вы нормально, качественный законопроект подготовьте. Речь идет о нескольких статьях законопроекта, которые, по словам депутатов, противоречат друг другу. Например, в документе указано, что КИНЕС не будет являться ни госорганом, ни юридическим лицом. И здесь же говорится о том, что его решения будут обжаловаться согласно процессуальному кодексу. Кроме этого, мажилисмены заявили, что, исходя из написанного в законопроекте, работа КИНЕСов будет дублировать полномочия маслихатов и общественных советов. Поэтому, чтобы понять, как должен работать новый орган народного самоуправления, депутаты намерены спросить об этом у самого населения. Я сегодня предложил, надо выехать в регионы депутатам, совместно с разработчиками, надо выехать в регионы, встречаться с населением, встречаться там с акимами сельских округов и так далее, и узнать, что нужно действительно на данный момент, что нужно. Сейчас по предложению КИНЕС занимается тем же, что занимается сельский аким.